Я думаю, мы будем интересны ребятам, потому что мы все-таки представляем медийную среду. А молодые люди заинтересованы в том, чтобы работать в компаниях, которые пользуются популярностью таких, как они. Мы не только людям, которым нравится наука, сегодня должны рассказывать про то, что надо заниматься спортом. Мы должны людям, которым нравится спорт сегодня, говорить о ценности образования. Поэтому я буду рад, если ребята, которым сегодня, ребята, девчата, которым сегодня 16-17 лет, которые выбирают для себя вуз и вообще выбирают для себя жизненный путь, если они обратят внимание на образование. Качественное образование в этой жизни вам пригодится. Поэтому вот на эти 5 лет, покуда вы получаете высшее образование, максимально сконцентрируйтесь и проявите характер, и при этом получайте удовольствие.